Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы играем Ночь Ворона Готика 2. Итак, мы украли молот Инноса. Мы достали глаз Инноса, правда, он поврежден. Так, давайте по порядку. Сначала к судье. Наведаемся к судье и отдадим ему молот. Получим еще одно задание. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Так. В чем дело? Вот священный молот магов. Я поражен. Похоже, у тебя действительно серьезные намерения. Отлично. Так как все прошло хорошо, у меня есть... Несколько дней назад из местной тюрьмы сбежали несколько заключенных. Эти сукины дети отправились в горы. Скорее всего, по направлению к новой башне Ксардоса. Их главаря зовут Моргахард. Я хочу, чтобы ты убил его. Поторопись, пока они не исчезли куда-нибудь еще. Так. Моргахард. Блин, вот... Не помню, правда. Ладно, мне надо сдать этого сначала, торговца оружием. С кем-то мне надо там будет поговорить. Давай наливай. Поговорим. Так, учить меня кто-нибудь будет чему-нибудь? Сколько меня можно держать в невежестве и в неведении? А, маги воды же меня могут кругам магии научить. Ладно. Первый раз слышу об этом. Так, у тебя здесь нету его? Эй, ты! Оставь меня! Ты принес слишком... Ну ты, скотина, слишком много. Первый раз слышу об этом. Все об этом знают. Ладно. Так, ты у нас наверху. Интересно мое мнение. Никто ничего. Вот он. Мартин, насчет торговца оружия. Насчет, что тебе удалось? Такие шпаги я нашел у бандитов. И кроме того, Фернандо, старый торговец из верхнего квартала. И? Сознался. Что еще? Это все. Хорошо, конечно, что он признался. Но без веских улик мы... Я не хочу выставлять себя на посмешище перед лордом Хагеном. Еще какие-то доказательства. Что ты... Что ж... Так. Давай-ка я тебе отдам немножко золота. Так, кровавый кубок. Да нет. Золотая тарелка. Так, золотое ожерелье, золотая тарелка. Золотой кубок. Шкатулка не открыта еще, правда. Серебряная чаша. Подсвечник золотой. Да, в деньгах я пока вроде как и не нуждаюсь. Никто ничего не хочет знать. Серебряный кубок. Цена пятнашка. Ладно, оставлю. Так, получается, я не могу. Я тоже так веришь в это. Он узнал это не от меня. Не могу, да, получается, пока. Скажи мне, что это не сам так решит. Так. Он не заслужил. Я слышал другое. А у меня получается что, письма, кольцо, письмо. Так. Посох, лакей. Так, получается, что Ват раздал мне амулет. Так, мой блуждающий огонек может искать не только оружие ближнего. Не знаю, не понимаю. Так. Кто-то тут. Ладно. Смотрим, ждем. Торговец оружием. Ничего не изменится. А что надо-то? Записка есть. Не говори, что ты не знал это. Это еще не все.
Ну-ка еще разок, на всякий случай. Что-то я... Кто признает его мудрость, я лучше не буду заплатить. Не понимаю. Что тебе вот такие шпаги? И кроме того, Фернандо, старый торговец из верхнего квартала... И? Это все... Хорошо, подожди. Я не хочу... Понять... У меня письмо было. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это то действительно самое. Правда. Ему стоило подумать... Так. Так. Если он этого не вижу, я не пропуск. Не могу помочь. Он сам так решил. Скажи, это... А где это? У меня записка-то из тухлой рыбы. Чем не могу помочь. Это... Ладно. Я тоже так считаю. Я лучше не буду вмешиваться. Точно не могу сказать, где это, блин, у меня это из тухлой рыбы было. По-моему-то. Совсем жизни не стало. Никому не интересно, так может продолжаться вечность. Так, рабочий. Ничто не изменит это. Подожди минутку. Я что-то слышу. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это именно так. Никто никогда не спрашивает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня такое чувство, что я где-то что-то потерял. Так, здесь. Нету никого, ничего. Тут тоже ничего не вижу, чтобы кто-то что-то воровал. Меня больше ничего не удивляет. Ладно. Компрометирую еще что-нибудь на него. Найти так. Где? Где ты? Так. К Сардасу нет. Шаровая молния нет. Вдаль к проходу в Харинисе нет. В демоническую башню нет. В монастырь. Это что за лендлорд? Ну давай посмотрим. А, о! Сюда мне надо. Так. Забудь об этом. Эй! Так. Но я украду. Ты Маргахар. Откуда ты знаешь? Тебя ищет судья. Ты сбежал из тюрьмы. Что ты сделал такого? Украл его бумажник? Не его, губернатора. По его наводке. А после того, как мы напали на губернатора, он не захотел делиться награбленным с нами и посадил нас за решетку. Нам не хотелось болтаться на виселице. Мы думали, что нас здесь не найдут. Судья приказал мне убить тебя. Ему стоило сто раз подумать. Что мы можем сделать с судьей? Ничего. Он засел в верхнем квартале города, как паук в паутине. Я бы так не сказал. Нам... Доказательство, говоришь? У меня есть оно. Но кто послушает беглого преступника? Дай мне это доказательство, и я... Ты уверен? Хорошо. Оно подписано судьбой. Если это не снимет с меня вину, оно позволит... Понятно. Ну-ка, давай. Где письмо? Читать. Не говори, что ты не знал этого. Я даже не знал об этом. Письмо, так, не то. Не учится у меня. Так, поручение судьи. Если он этого не видит, я ничем... Так, вы никчемный сукин сын, выполни мой приказ, или мне придет главный судья КС. Понятненько. Это не удивляет меня. Вот оно и есть. Идем к Ли. Ты спишь? Конечно, спит. Нет. Ночь на дворе. Он сам бы никогда не... Давай, вставай. И почему это меня не удивляет? Я не тебе. В чем дело? Я слышал друг... Так. Я нашел кое-что. Правда? Он нанял головорезов, чтобы те ограбили губернатора. Вскоре после этого он арестовал их и за... Я принес тебе в качестве доказательства письменный приказ судьи этим головорез. Покажи. Так, вот мы ему отдали. Все, надеюсь. Наконец-то. Этого должно быть достаточно. Я готов хорошо заплатить. И не говори об этом никому. Есть новости. Но, по крайней мере, тюрьма, похоже, не сильно сказалась на... Отличная работа. Старался. Это не мои проблемы. Так.
Блин, чем мне надо-то еще? Так. Эй, ты! Блин, мне еще в дерево надо. Что значит? А потом. Кто знает? Кто-то ведь. Никто ничему не учится у меня. Корт. Я даже не знал об этом. Эй, ты! Ладно. Рот. Полностью с тобой согласен. Если все будет по-другому. Как? Если все эти истории. Понятно. Папа. Где ты? Это не новость. Это. Ох, я уж думал, что. Что ж, в конце концов. Да уж, ты бы видел выражение лица. Выпускал меня. Он был так на. Да, чуть не забыл. У меня есть кое-что для тебя. Давай. Что ты имеешь в виду? Презент. Я сам не лучше. Я даже не знал об этом. Какой презент? Мы все слышали о драконах, которые вроде бы появились. Они действительно так. Хорошо, я верю. Как бы там ни было, некоторые из парней решили отправиться в долину. Они собираются навести там... А какое это имеет отношение к... Я разработал новый тип доспехов. Они прочнее и легче, чем традиционные доспехи. Так как ты спас меня, я хочу, чтобы ты получил... Я подумал, что, возможно, тебе тоже захочется позабавиться. Также мне интересны драконьи чешуйки. Сколько я получу? 200 золотых... У меня нет времени. Ты можешь ремонтировать? Может быть. Ты должен... Он слушал не тех людей. Он настаивал... Ты можешь взглянуть на этот эмуль? Конечно, давай посмотрим. Превосходная работа. А право сломано. А право слома. Сколько это займет? Если ты оставишь его мне, к завтрашнему... Я даже не возьму с тебя денег за эту работу. Ну, это понятно. Вот амулет. Хорошо, я... Заходи завтра. Я немного потренировался, и теперь я могу научить тебя, как ковать полут... Давай. Никому это не интересно. Я... Какое оружие? И почему это... Блин. Как насчет кузнечного инструмента? Ну, давай. Этого не даст. Если ты будешь... Тех людей, я даже не... Пойдем. Ты просто послушай. Блин. А я сам-то могу вообще выковать? Я больше не хочу слышать об этом. Ходят разные... Опа. Так, разогрели. Обычное рудное оружие. Длинный двуручник. Тяжелый двуручник. Так. Драконьей крови. Ладно. Тогда пока не будем ковать. Оставим это дело на потом. И сходим в это одно местечко. Мы же вроде как волка отправили. А что-то не понял, а что у меня? Куда оружие-то все делаешь? Так, двуручное оружие, одноручное оружие. Так. Вот он. Вот он. Так, все. Ну ни хрена себе. Ладно, он пока далеко. А, доспехи, подождите, доспехи. Мне дали доспехи, забыл уже, блин, про них. 80, 85, 10, 100, 100, 50, 25. Конечно. Ни хрена себе. Хожу тут босиком. Вот он. Так. Блин. Сейчас мы починим глаз Иноса. Зарядим его.
Такс. Каменная табличка. Ну? Ты... Я не... Я нанял. Ну, это другое дело, конечно. Это моя... Нет. Хорошо. Тогда я вызываю... Подожди минутку. Так. Все. Ребят вернули. Оказывается, одного надо было. А в Адоне там их, по-моему, двое-трое надо было. Я поэтому, блин, беспокоился. Думал, не пройдет задание. Нет, смотрите-ка, прошло. Так. Что мне делать с этой бедой? Мне надо... Что же мне надо? Мне надо... Как он правильно называется-то нахрен? Так, сейчас еще здесь будет бродить, наверное. Нет, пока нету. Ты чё? А, уже утро практически. Эй! Все. Мне не на... Что ты хотел сказать? Блин, забыл, из головы вылетело. Ну ладно. Так, амулет мы получим чуть попозже. Где хозяин? Я нашел тебе наемника. Как... У моей фермы еще никогда не было таких. Вот, возьми. Я... Так. Молоко. Очень хорошо. Все будет. Все будет. Молоко, если только не произойдет. Теперь идем. Скажем спасибо. Эй! Все, конечно. Так. Просто наемники. Ну и ладно. Давайте в башню Ксардоса летим. Он все время знал об этом. Так, телепорт в монастырь. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Первый раз слышу. И на. Пока никого, ладно. Так, мне где бы зарядить бы еще все это дело. Давай. Оп. Глаз Иноса. Что ты говоришь? Я нашел его в северных лесах. Это был наш единственный... И что? Это болезненный удар. А тем временем ты отправляйся в город. Насчет... Меня не интересуют... Ты меня научишь магии? Что? Даже боги не... Блин. Даже боги не знают. Стоять. А я почему тебя раньше не видел? Блин, даже не замечал. Может, их и не было? Так. Ты мои головы. Я... Ладно. Так. Амулет куется. Пойдемте пока сходим на ферму, посмотрим этот посох. Сможем мы его сделать, потому что у нас миссии-то мало, так неизвестно, не так. Прегрешение. Я должен доставить так сам в монастырь.
Так, как же это мне сделать-то? Сейчас посмотрим. Путем обмана. Каверс. Так. Пока нету. Ладно. Недалеко. Насколько недалеко он может быть? Грохочет гром, сверкает молния в ночи. Тебе лучше держаться от меня подальше. И этот беглец. Ты же пришел не за тем, что... Так. Ну и вы-то мне, знаете, не очень-то нужны. Ну вот так. Так. Письмо... Было у сбежавшего заключенного. Читаем. Так, забрал письмо у Декстера. Так, письмо Ватросу. Письмо сбежавшего заключенного. Я ухожу, надеюсь, мы встретимся опять, когда все немного успокоится. Не будьте, парни, в крайнем случае я попрошу Анара помочь, все будет хорошо. А, по идее, я должен был их сначала убить, прочитать это письмо, идти к Анару, и там уже... Понятно. Потому что письмо бы я так бы не получил, если бы их не убил. Что-то я не видел, чтобы он торопился мне его отдать. Что-то я посох искал. Мне надо посох найти. Так. Поищем. Ты потерял посох. Где ты мог быть, падла? Давай за домом поищем. Так. На каменный круг сходим. Раз где-то недалеко он должен быть. Вот оно. Так. Ну тут где еще-то? И кто у нас там? Опа. Малец. Малец, ты, наверное. Чё? Я думаю, это невероятно. Минуточку. Но... Тогда придумай, что... Хорошо. Как насчет этого? Вчера я видел... Если я скажу тебе, где они прячутся... Хорошо. Ладно. Просто иди на запад, вон к тому лесу. Там ты увидишь ущелье. В пещере внизу ты наверняка найдешь что-нибудь. На запад. Идти на... Да не та карта. Так, отмечено, где полагает, не файл. Нет, мне надо вот это. Так, я иду на запад, вижу там ущелье. Там пещера, и там, может, что-нибудь найду. Да я без тебя там уже был. Ладно. Так.
Так, поставщик оружия. Замена для Лареса. А кто бы мог заменить? Замена для Лареса. Так, ладно, пойдемте посмотрим на судью. Я хочу посмотреть, что он мне предложит. Давай, давай. Диего. Вамбо. Горожанин. Так, судья-то наверху. Ну, еще не вечер. Еще не вечер. Еще не вечер. Куда бы мне податься? Ну, пойдем. Так, к магам воды. Там похреначится. Мэй. Так. Нет, нет. Порт кругу солнца. Долина Харинес. Демонический замок. Опаньки. Ну все. Я бы сделал по-другому. Эй, ты! А этот подлец судья? Ну и все. В общем, мы друг друга поняли, договорились. Амулет. Этого недостаточно. Если ты будешь продолжать мешать... Блин, а куда мне пойти? Ну, пойдемте, телепортируемся тогда в одно, в другое место. Где у нас? В монастырь, в замок, в демоническую башню. Опа. Так. Ну ладно. Пойдем сюда. Попробуем прокачать что-нибудь. Там, трофеи добывать. Кстати, трофеи добывать. Мне же кровь дракона там нужна. Значит, я должен уметь кровь дракона добывать. А я еще утром пошел. Сейчас приду, там вечер будет опять. Но мне больше и не надо, ладно. Как раз сутки, что ли, прошли. Вот тебе перешел из перехода в переход, нахрен. Туда-сюда мотанулся. Давай. Еще. Прыжок. Блин. В ожидании чуда. Сейчас будем смотреть, собирать, где они. А, нет, смотрите-ка. День на дворе. Утро даже только еще начинается. Предрассветная дымка. Ну давайте. Так, возобновляем наше путешествие. Ну давай. Где эти драконоборцы? Мне надо еще. Дарнегер или кто он там? Мать драконов, нахрен. Таргариан. Дейнерис, вот. Бурерожденная. Блин, хрен выговоришь. Дейнерис. Такое чувство, сидишь, запоминаешь, как будто бы. Тех 10 имен. Опа. Вот здесь вот они. Давайте, первая группа вот здесь вот должна быть. А где? А нету. Ладно.
Тогда по-другому повоюем. Где у меня напитки? Побежали. Только не дай бог ты здесь внизу окажешься, падла. Прощения тебе не будет. Так, там орки. Мы туда не пойдем, потому что они туда не могли уйти. Здесь тоже их нету. Пойдем сюда. Опаньки, да, потушеньки. Первые могут быть вон там. На той стороне того болота. Давай, ты плавай. Ты, кстати, тоже быстро должен. И встал, пробежал. Так. Здесь их нет. Пойдем сюда. Вау. Ни хрена тут за мое отсутствие это что произошло? Так, все заберем. Как вам не страшно было? Или что? Или я сказал, что проход есть и все? Вау! Охренеть! Так. Блин. Стой, трус. Блин, он в меня всаживает, да всаживает пули. Пули. Стрелы. Так. Посмотрите-ка, хорошая защита. Давай еще. Вот так. Блин, я даже не знал, что вас так много тут. Кто? Давай. Вот так. Я же точно помню, что я здесь двоих уложил. Неплохая перестрелка. Блин, как ты вовремя мне выдал доспехи? Охренеть. Вот видите, как доспехи мне помогают. Я даже не помню, что за что, сколько там они. Где они, доспехи? 100, 150, 25. Ой, вот вообще арбалет жесткий был. Так. Давай. Лук наемника. Почему, кстати, вы меня-то захреначили? Из-за того, что я не как наемник был одет. Тоже, кстати, вопрос вопросов. Это за... Встречают по одежке.
Так, ладно. Что тут было, болт? Арбалет ополчения. Так, у меня значение средних ранений. Так. Сохраняем. Сейчас мы внизу еще посмотрим. Все. Блин, близкий. Ладно. Сюда идем. Как вы поняли, для меня... Скатился. Это не проблема. Блин, я не... я просто подскользнулся, тут же скользко, лед. Все, я на коммунальщиков пожалуюсь. Вот так. Так. Теперь гляну вниз. Ну, по идее, вниз я туда должен спуститься все равно. Хочу посмотреть что-то. Так. Ну, давайте для начала я хотя бы вызову превращения. Нет. Да. Да твою ж мать, вот попался ты мне. Подожди. Ва! А я что, их не видел до этого? Ну, ничего. У меня... Смотри, кто есть. Давай, сюда зайду. Все, убил. Пойдем. Посмотрим, кто еще тут есть. Полезный говнюк, мелкий. Такая вша, блин. Пользы принес. Так, там рыцарь. Ладно. Интересно, когда меня будут магией мучить? Тяжелый сук. А, так гоблины были, ну я же. Давай, давай. Пойдем, пойдем. Здесь я хочу глянуть, есть ли внизу кто. Пойдем. И гопа. Еще раз гопа. Эй! Не трогай! Ты тип... Забудь об этом, парень! Ну, не знаю. Я бы... Давайте вас просто захреначу. Вот так вот и все. У тебя сыр возьму. У тебя что там осталось? Это вы еще легко делались. Ты чё?
А, время, оно же временное, по-моему. Те же, что у меня распались, армию тьмы вызвал, они, короче, кикнулись. Так что... Ну, Ксардос это нахрен. Так. Ничего нету. Пошли попытаться охотники на драконов. Или что, они потом, может, появятся? Так. Пойдем сюда. На. Попал. Есть. Что ты охранял? Сейчас вы увидите, если, конечно, получится дракона. Заходим. Ага. Опа. Поднялись. Нету ничего. Ладно. Свиток. Это неплохо. Кожаный кошелек. Кровать зачем? Мне сейчас кровать. Рыба. Зелье. Все, все прекрасно пока идет. Что, попробуем? На. Ага, только попасть надо, когда откроется, и все. Дальше уже без проблем. No problem. Так. Сюда, сюда. Так, ну-ка, если мы поменяем лук на арбалет. Так, ну вроде неплохо. Блин, что, дальности нет, что ли? И этот есть. Блин, упал. Ладно. Идем, идем. Сюда немножечко. Да блин. Попал. Всех перебьем. Уровень повышен. Это превосходно.
Так, к ящерам идем. Арбалетных стрел, я, господи. На всех вас с лихвой хватит. Вот и все. Буду с тобой мудохаться тут еще. Так. С тобой потом. Ледяной волк, блуждающий огонек. Вот так, все. Одно точное попадание. И усмирился угонек. Уголек. Все. Кто еще тут есть? Ледяные волки. Так, ну давайте сохранимся, потому что и призову-ка я знаете кого. Так, ледяной блок, демона нет. А вот вызов волка. Ни хрена. Надо, значит, опа, и бежать. Так, я пробовал, по крайней мере. Давайте еще разок. Вот так. Тихо. Вот так. Нет, не то. И вот так. Сохраняем это дело. Вон, видите, дракон. Давай. Блин. Да тихо ты. Еще разок. Все. Ну теперь я с вас просто. Вы просто там близко лежите ко мне. Поснимаю шкуры с вас. Все. Ну и думаю, телепортируюсь в замок, узнаю, как там. Где у меня вся эта магия. Так, кругу солнца, телепорт к Сардасу. Так, в демоническую телепорт в замок. И опа. Кто тут есть?
никого и ничего. Кто-то должен заплатить за это. Ладно. Это было так, как ты сказал. Что у нас имеется здесь? Не заслужил этого. Никого не вижу. Ладно, скажу, что передал письмо и... Это все слухи. Что нового? Что, черт, что ты тут ошиваешь? Даже Милтон покинул. Хочу ошивать тебе, что как... мешаю, что ли, чем-то? Ладно. Так. Прохода в хрень. Вот. Все. Я выхожу тогда отсюда. И сразу. Раз. Не хотите меня здесь видеть? Ну и не надо. Давай, давай, давай. Так. Клинт Лордо. Вот так и перемещаемся. Где эти-то бойцы? Кот чихает. Почему это меня не удивляет? Кот чихун. Он сам бы никогда не додумался. Ты действительно веришь в это? У меня собственный первый раз слышу об этом. Так. Амулет. Этого не достать. Если ты будешь... У меня... Никто не... На мне так-то оружие не надо. Давай я тебе лучше сам продам. Что у меня есть? У меня есть лук наемника. Стрелы не получишь. Вот. Арбалет ополчения. Беннет. Что тебе? Вот, я что куплю? Я сказал, что с тобой согласен. Ничего не я не знаю, где его так не знал об этом. Что это не тому, это не... Он даже посмотрим. Так, к Ватросу. Я бы так не смог. Я уже подумал, как может продолжаться вечность. Просто послушай, что он так, говорит. Так, порт к солнцу. Я тоже так считаю. Я это услышал. Пойдем. Кот. Кот-обормот. Так, что у меня там? Реги... А, Ватрас, Ватрас. К матрасу уже я шел, точно. Где ты это услышал? Но Инос и... видел, что сделал... Его отлично. Пока нет. Тогда поспеши. Блин, поспеши. У меня сложности в связи. Из-за твоей проблемы? Я не знаю. Я уже много дней жду, чтобы меня сменили. Если ты сделаешь так, чтобы хотя бы... Я принес тебе еще таблички. Вот. Так. Куда? Нет. Отойди. От него. Так, расскажи мне о богах. Ты можешь меня вылечить. Ты можешь? Ада. Я. Нет. Мне смысл от этих магических способностей, если мне. Так. Ладно. А теперь давайте к магам огня. Так. И Инос дал ему часть своего. Я вижу, что слухи оказались. Какие слухи? Что ты присоединился к охоте. Ну, ты никогда не был человеком церкви. Тем не менее... Это все? Я рад, конечно. Дело не только... Я знаю. Доставляет проблемы, а ты важная птица. Спящего. Ох. Так, короче, болтовня ни о чем. Восхитился мной. И ладно. Знаешь, что я думаю. Я не... Они должны очи... Я не потерял... Понятия не имею, скажи мне.
Возможно, так. Я говорил тебе раньше. Теперь мне... Мне нужно мне... кое-что. Давай, я вот это возьму. Понадобилось все-таки. Так, пока у меня нету. Лечение легких ранений, средних ранений, вызов скелета, вызов волка. Шаровая молния не уверен. Превращение мне не нужно. Все, вроде бы. У тебя я закупился. Я тоже так считаю. Теперь сюда. Всевозможное. Поплыло. Пирокар. Ты свободен. Падла. Украсть кошелек. Че, до этого не крал? Ей. Пока нет. Ладно. И вам это припомним. Блин, че вы такие жадины, это жмоты. А, подразнить? Тебе должно быть жалко, бедняга. Так. Никто никогда не спрашивал. Ей. Враг. Что ты имеешь? Один из паладинов Лотар был убит на улице. Прямо средь бела дня. Беннет. Откуда ты это знаешь? Я нашел док. Иногда мне кажется, что предатель. Убийство. Убийца наверняка. Точно, мне же надо было этого притащить. Поварёшку. Рано или поздно это должно было случиться. Ладно. Ты уже знаешь, что я думаю. Что ты делаешь? Ничего не изменится. Кто сказал тебе, да. Смотрите-ка, уже вежливый. А я отвечаю за обучение маг. Что это значит? Ну, я обучаю их вызову существ. Это обычно называется просто вызов. Нет времени на это. Так. Я принес. Я так рад, что тебе удалось вырвать. Теперь ты можешь полностью посвятить. Кроме того, у меня есть очень интересные свет. Но опасность все еще нависает. Я уже почувствовал. Сейчас не время для шуток. Враг уже преуспел в искушении послушника Педро. Покажи. Кольцо защиты от оружия, защита от стрел, от магии. Ну, конечно, это хорошо. Страх. Вызов. Скелета волка. Превращение нет. Ну и хрен с ним, давай страх возьму. Отлично. Как у врага много обликов. Так. А чем ты мне можешь помочь? Ничем. Ну что ж, к магам воды. Так может продолжаться вечность. Магом воды. Как бы нам побыстрее это здесь вот. Сейчас прыгнем. Ну давай. Ну что ж, я думаю, сейчас к магам воды переползу, да поди все на этом. Там начнем новое видео. Только когда. Когда, не знаю. Ну, смотрите, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Вот. Играю я не только в ретро-игры. Ретро, почему ретро? Потому что я считаю, что, допустим, как Готика, одна из лучших игр. Причем первая, вторая, третья часть. Причем третья, она уже более современная такая. На любителя. Первая, она самая лучшая, считаю. Ну, это на мой взгляд. Вторая, она уже чуть замудреннее, потому что, видите, тут с квестами уже больше носиться надо, больше времени. По прохождению это будет занимать, ну, примерно около месяца. Если, конечно, вы не задрот и не сидите 24 часа перед компьютером. Если да, поиграть там час-полтора-два. Ну, около месяца, потому что если вы там будете лазить, все вот это. Не надо вот этого быстрого прохождения, где вышел, пробежал. И я знаю, где глаз Иноса. Пошел, сразу украл или при помощи чита его себе взял. Принес его и сразу через 2-3 главы там скакану. Нет.
Тем более через 2-3 главы не перескачут, я уж пробовал. Хрень это. Можно, конечно, здесь, если не ошибаюсь, если набираешь Марвин, там какой-то код приходит, двойник, который может тебя перевести в любую главу. Но это уже не игра будет, это даже не издевательство, это ерунда. О, а можно было же этим телепортом воспользоваться. А, да ладно. Тоже быстро. Я просто по подземелью сейчас не хочу шариться там. Ну и что ж, придется. Я уже добежал, и никуда от этого не деться. Так. Посмотрим. Блин, я так кругом магии хочу обучиться. Меня ни одна падла не учит. Я бы у Ксардоса бы некромантии научился. Так и он что-то признаков активности не подает. Руны бы набрал бы себе. Хотел бы, чтобы мне не только арбалет и меч была опорой. А еще хоть немного магии, там, не знаю, призыв какого-нибудь козлятины, который в трудную минуту на себя удар примет, не знаю, там, ловушку какую-нибудь сгенерирует. Так что, очень хотелось бы обладать магией. Они, надеюсь, меня не ждут, они уже прошли туда. Не, смотрите-ка. Ну ладно. Иху! Кто-нибудь заменил меня. Так. Кинжал. Ой, кто-то упустил. Уголь. Читаем. Читать можно же вот эти? Или я ошибаюсь? Так. О, нормально. Так, здесь нам нужны юниоры, юниторы, кто они там? Вот сюда будем вставлять их, чтобы активировать вот этот портал. Ну, пойдем. Где они, правда, находятся, я уж толком и не помню. Но я думаю, по миссиям, да, если миссии проходить правильно один за другим, то они сами найдутся. Благодаря Адонаса. Что? Ты прошел через портал, однако тебя там не было. Несколько дней? После того, как мы не несколько смогли дней. Тебя нигде найти. Ладно. Приступать к работе. Что происходило тем временем? Мы узнали. Землетрясение здесь действительно гораздо сильнее. Мы можем с уверенностью сказать. Однако по какой-то причине пришла упадок. Пока мы можем только... Почему это произошло, неизвестно. Как насчет... В письме ворона говорится о храме, который он пытался проникнуть. Вам. Очевидно, землетрясение возникает. На воротах храма лежит магическая печать. А именно магия оживляет каменных стражей. Защищается. Понятно, что ворону нужно в храме? Мы знаем только, что это касается магии. С Адонисом и Белиаром. Что-то какой-то артефакт хочет оттуда. Ворон всего лишь бывший... Ворон всего лишь... Возможно, он будет действовать сам не немного-нибудь так. Отступника иначе... должны предотвратить зло. Что дальше-то? Мы останемся здесь. В древних письменах зодчих скрыты многие. Тем хотите временем... понять, что здесь произошло? А что должен я сделать? Ты должен найти ворона. То не дать осквернить ему храм. Если это будет единственным, собирай все древние реликвии и записи зодчих. И приноси их нам. Мы должны узнать, как побольше мы об этих людях расстроить планы ворона. Кроме того, ты должен найти способ освободить рабов. Я знаю, что прошу слишком о многом. Так, шанс вернуть доверие. Тогда я пойду. Еще одно. Ворон собрал вокруг в твое отсутствие, что прибыл еще один член Кольца Воды. Мы отправили его на балок. Но он не вернулся. Ну, сейчас мы труп, кстати, подберем. Бандиты нападают на всех,
кто выглядит иначе, чем... Поэтому тебе следует... Это единственный способ подобраться к... Подожди минутку. Подожди. Кем был тот бедняга? Его звали Ланс. Ланс. Боюсь, он... Уже ушел. Так, есть какие-нибудь следы пропавших людей? Есть. Только вчера мы нашли тело рыбака. Оно лежало под развалинами востока отсюда. Это был рыбак. Взгляни там. Где? Кажется, к западу отсюда был лагерь пиратов. Насколько нам известно, они поддерживают. Думаю, что они не нападут на тебя. Возможно, они смогут тебе... Пустят. Подожди минутку. У меня для... Нам уже известны. Должно же быть что. Посмотрим. Хорошо. Так. Пусть... Давай-ка. Что ты мне? Рад тебя видеть. Ну, все... Местность здесь очень... Некоторых животных совсем близко. Не видел. Не проходит... Ну, давай, наш... давай. Я вот не хочу с собой... Так, есть какие-нибудь новые сведения о каменных стражах? И... Нам уже пришлось умнить. Они стоят как... Но первое впечатлетник. Это я без тебя знаю. Да. Ух ты. Так. Что у нас имеется? Золотая чаша, золотая. Так. Золотой кубок. Золотой подсвечник. А мне тебя надо, знаешь что? Так, рецепт зелья чистой маны, чистого здоровья, там мы знаем. Книги буду покупать тебе. Армия тьмы есть у тебя? Читаем книги, смотрим, чему они нас могут научить. Так, лечение средних мало, смола, так. Это создавать, наверное, руны можно. Так, ладно. Давай теперь ты. Нефариус. Эй, ты! Я очень рад, что... Как целым и невредимым. Использовать портал. Мы сразу... Конечно. Да подожди, хватит базарить. Чем ты занимаешься сейчас? Похоже, что они хотели в прошлом здесь случиться. Понятно. А ты сказал, здесь был потоп? Ты сказал... Так, но в чем провинились отче? Но в... Один из них посвятил себя злу. Именно... Понятно. А мы, глупцы, вновь открыли портал. Если мы не остановим... Что же так? Это все ерунда. Че ты мне там дал? Затонувший город. Путешествие. Короче, ничего. Затонувший город. Что заключается? Сказал, что я должен поговорить с Сатурусом о затонувшем городе. Это вообще... Так. Иди сюда. Ты ожидал? Нет, вовсе нет. Большинство зданий погребено под камнем и землей. Здесь должно быть... Понятно, а что вы здесь уже обнаружили? Что? На востоке? Тебе стоит на... На востоке раскинулось огромное... Насколько мы... На твоем месте я бы туда не ходил. Держись от охраны бандитов. Я точно не... Впрочем... Так, расскажи мне это место все больше. Так, ты можешь меня научить? Ты... Да, я еще... Так, алхимия... Покажи, что ты... Ну, давай. Давай. Теперь ты... Ну, я уже... Теперь... Что тут? Луговая ягода. Эй, ты! Так... Есть? Зодчие просто. Жаль, что все они, даже их... Зодчие...
Вообще не так, так. Как раб? Понятно. Да нежить, что мне доводилось встречать. Была не очень-то разговорчивая. Так, и мне теперь надо духа, если встречу, сообщу тебе. Как дела? Слушай, эти телепортационные как. Так, вот теперь. Можно ли? У меня несколько дней назад. Я... Так, где можно достать? Достаточно ли магической энергии? Ты уже не знаешь, так, и где сфокусируют камни и сейчас? Я... Похоже, что время пришло. Ты сказал, что тебе нужно... Так, ну это понятно. Мы, короче, сейчас узнаем у него, где... Порталы находятся где-то так. Что? И как их активировать? Я вот... Дай мне курса. Так. Ты. Я могу. Вообще не то. Ну вот сейчас мы. Эй, ты. Не фан. Про портал. Что такое Адамас? Пусть. Так. Эй! Так, давай займемся делом. Блин. Учите меня. Магии. Эй, ты! Все, оставляем камень. Мне здесь вообще надо вообще находиться? Так. Так, второе кресло. Не было вас здесь. Все самое худшее, все самое страшное позади. Теперь начинается что-то необычное и веселое. Вот вы активировали первый портал. Но мы туда не пойдем, мы будем возвращаться в город. Потом мы сюда еще раз заглянем. Ну, уже в следующем видео. Ну что ж, пока!